Поэтому наша команда окрепла и стала готова показывать гимнастику того уровня, на который она готова. Ну, сейчас не все получилось, мягко говоря, но будем надеяться на финал, и в финале уже все начнется с нуля. Да, ждем пока оценки. Сборная Польши. Смотрим, девочка с Польши. Без ошибок были потери небольшие. Но оценка появилась сборной Беларуси, и знаете, она нас радует. 28,75 балла. Пусть они поскорее забудут эту неудачу. Да, и поборются в финале. И оценка очень хорошая для многоборья. Несмотря на то, что это четвертый результат для многоборья, просто отлично. Все буквально все команды в разрыве, 4 команды в разрыве в полбалла, это не так много. Но мы еще не видели итальянцев. Да, да, не будем их списывать со счетов. После сборной Азербайджана, которая сейчас выйдет на площадку, нас ждет Италия и еще 2 команды, на это соревнование закончится на сегодня. Ну, завтра в 10 утра все начнется сначала. Опять по такому же принципу в 10, в 12, в 15 и в 17, 15 начинаются сегменты соревнований. Сначала личницы выступят в 3 подгруппах. Наши девочки открывают соревнования, поэтому в 10 утра, чтобы здесь все болельщики были во дворце гимнастики. Но я уверена, что будут, потому что нас любят художественную гимнастику. И столько приехало девочек не из Минска, но из других городов, знаю, из других стран. Поэтому я уверена, что дворец гимнастики завтра будет поддерживать первую группу.